Привет! Вы на канале Тим Дитрич и Маша! Сегодня у нас бой между Лу и Норой и Спрайсона! Привет, друзья! Сегодня мы хотим узнать, справедливо ли выиграл Лу и Широсаги у Шу Куриная. Это несправедливо! Это я расстроилась! Вы, наверное, все помните этот эпичный бой Спрайзена и Луинора с трогательным концом. Шу Куриная тогда проиграл, и многие посчитали, что это было крайне несправедливо и неправильно. Да! Да, он бывает груб и в некоторой мере жесток. Но Луи победитель, а, как говорится, победители не судят. Да, давайте же узнаем, это правда или нет. Да, давайте. Ну что ж, давайте. Да, да. К бою. Кто какой Бейблейд выбирает? Я Спрайзен. Я Луинор. Ну что ж, давайте. Да, да. Раунд первый. 3, 2, 1, Да, тоже сейчас. Давай, пошел, ну давай, бей. Ну давай, не подвези. Луинор атакует. Давай. И кто же остановится первым? Уже видно, что Луинор. Да, уже видно, что Луинор. Он сдался в первом раунде и остановился первым. Да. Да. Раунд второй. 3, 2, 1 Гоу! Ого, Луинор разогнался. Так, атака пошла. Спрайзен держится, и Луинор. Луинор опять. Посмотрите, это как в мультфильме было. Да. Луинор остановился. А Спрайзен разлетелся. Разбился. Вот это да. Значит, ребята, это прям как энергетика из мультфильма какая-то. Я в шоке. Значит, да. Ничья. Нет, но Луинор остановился раньше. Я считаю, что Луинор остановился раньше, хоть и Спрайзен разлетелся. Все-таки 2-0 в пользу Спрайзена, да. Так, теперь надо мне его еще... Раунд третий. 3, 2, 1 Гоу! Так, Луинор заходит со всех концов. Так, со всех сторон. Так. Yes! Луинор разбил Спрайзена. Вот это да. И счет 2. 2. И сейчас будет решающий бой. Четвертый раунд сейчас будет. Да, главное, чтобы я победила. Ну, посмотрим, Маша. А то Спрайзен очень умный. Решающий раунд, четвертый. 3, 2, 1 Гоу! Ого! Вот это да! Вот это да! У меня нет слов! У меня тоже! Это было круто! И он до сих пор крутится! Вот только остановился! Да. Ребята, ну что же, Луинор даже в жизни очень сильный! Как это не... У Спрайзена 2 очка, а у меня 4! Да! Потому что больше у него против часовой стрелки. Он очень сильный. Да. Аж на пол не слетелось. Да. Что ж, ребята, Луинор подтвердил свою победу даже в жизни. Да. И ничего с этим не поделаешь. А теперь приветики.
Ну что ж, начнем. Да. И первый приветик летит девчонкам, подружкам нашего канала Полине Котик и Алене и Кире Шульге. Привет, подружки. Передаем приветствие для Дани с канала The Brian Maps. Привет! Также от нас привет для Никиты Шуляк. Привет, Никита! Приветики! Конечно же, привет для наших друзьяшек Диме и Кире с канала Киди ТВ. Приветики! Приветствуем нашего друга-подписчика Никиту Боровкова. Привет! Приветики! Передаем привет для канала Пеннивайза. Привет! Наш подписчик и друг канала Игорь Лясов всегда пишет нам комментарии. Привет! Привет для Саши! Приятно познакомиться! Привет, Саша! И также приветик для канала Fire Dog! Привет! Кому понравились бои, ставь лайк! И подписывайтесь на канал Дим Витрич! И Маша! И не забудь про конкурс! Да-да, итоги которого будут уже 24 февраля. Успей участвовать! Да, пока-пока! Пока, друзья!